На территории Каспийского детского сада номер 31 «Улыбка» состоялся спортивный марафон «Бегом к здоровью». Он реализован при поддержке всероссийского гранта организации «Движение первых». Это большой спортивный праздник, который, я надеюсь, станет долгосрочной традицией. В перспективе мы планируем ежегодно проводить данные марафоны. Марафон среди дошколят на дистанции до 300 метров проводится впервые не только в республике, но и во всей России. Мы очень рады, что даем старт новой спортивной традиции. Участниками марафона стали 180 воспитанников старших и подготовительных групп. Для ребят была подготовлена развлекательная программа, мастер-классы, а также забег на дистанцию 300 метров. Почетными гостями оздоровительного мероприятия стали директор центра Абилити Светлана Алишева, председатель местного отделения движения первых Арзу Абдулаева, начальник управления культуры Аскерхан Гасанов, методист управления образования Патимат Рамазанова, а также член общественной палаты Республики Дагестан, специалист регионального аппарата движения первых Абдузагир Ибрагимов. Это как раз таки первый такой проект, который представил детский сад «Улыбка» в своей деятельности, и с успехом защитили в грантовом конкурсе и как раз таки смогли получить средства на реализацию такого большого мероприятия. Я думаю, в дальнейшем таких мероприятий будет больше, и детский сад тоже поделится своим опытом, и уже будем проводить республиканские такие марафоны среди дошкольных ребят. По итогам марафона призовые места достались воспитанникам подготовительных групп. Первое почетное место занял Шейх Шейхов из группы «Б». Второе место досталось Давуду Абуязидову из группы «А», а бронзу завоевал Амар Амаров из группы «Б».